Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала «Семейная трапеза». Сегодня я готовлю нежные, сочные, вкусные котлеты. Идеально держат форму. Отсутствует специфический запах, присущий рыбе. Такие котлетки с удовольствием едят даже детки. Рецепт простой, бюджетный. Без ложной скромности скажу, что это, пожалуй, один из самых вкусных рецептов рыбных котлет. Приступим к приготовлению. Кто бы мог подумать, что всего одна чайная ложка этого чудо-ингредиента сможет изменить вкус традиционных рыбных котлет до неузнаваемости. И если вы хотите узнать, что я добавила в рыбный фарш, досмотрите ролик до конца, и все тайное станет явным. Беру 600 грамм толстолобика, одну луковицу и одну морковку, одну столовую ложку крахмала картофельного и одну столовую ложку хлопьев овсяных, соль и молотый черный перец по вкусу. Растительное масло для обжаривания овощей и котлет. Натираю морковь на мелкой терке. Лук нарезаю кубиком. В сковородку наливаю растительное масло. Отправляю морковку. Обжариваю несколько минут. Добавляю лук и продолжаю обжаривать. Овощи приготовились. Добавляю к овощам секретный ингредиент. Перемешиваю. И выключаю огонь. Филе толстолоба перекрутила на мясорубке. Остудила овощи, которые тоже перекрутила на мясорубке. Начинаю делать фарш. Соединяю рыбу и овощи, тщательно перемешиваю. Добавляю крахмал, продолжаю мешать. Высыпаю овсяные хлопья, солю и перчу. Отправляю фарш в холодильник на 30 минут. За это время хлопья разбухнут и заберут в себя лишнюю влагу из фарша. По прошествии времени достаю фарш из холодильника и влажными руками формирую котлеты. Я их запанировала в муке. Форму котлетам можно придать любую. Я делаю их кругленькими. Обжариваю на растительном масле до золотистой корочки. Перекладываю в огнеупорную посуду и отправляю в духовку на 30 минут. 30 минут пролетело. Котлеты готовы. Угощайтесь, мои дорогие. И теперь о секретном ингредиенте. В чашке у меня был мед. Вот я его и добавила в рыбный фарш. Сочные и очень аппетитные получились котлетки. На вкус не отличишь от куриных. Спасибо, что были со мной до конца. И если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал «Семейная трапеза». А пока-пока! До встречи!